Здравствуйте, эфир телеканала «Скат» продолжает Самарский телевизионный вестник, в студии Александр Семенов. В Самарской области почти 500 000 человек, относящихся к категории федеральных и региональных льготников, могут получить компенсацию за оплату услуги по обращению с ТКО. Дополнительно для одиноких, проживающих пенсионеров, единственных собственников жилья, которые не получают компенсации по ЖКУ, детей-сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23 лет, действует понижающий коэффициент 0,7, установленный рекоператором. Как получить льготу, разбиралась наша съемочная группа. В многодетной семье каждая копеечка на счету, признается трижды мама Венера Насырова. По счетам платят исправно и по возможности используют социальные гарантии, что им положены, в том числе компенсацию за оплату услуги по вывозу мусора. Мы относимся к категории льготников «многодетная семья» и получаем все соцвыплаты в соответствии с данной льготной категорией. Получаем компенсацию за детский сад, компенсацию за питание в школе. Региональный материнский капитал 100 тысяч рублей получали за рождение третьего ребенка. Вот. И компенсация за ЖКУ, ну, конечно, ощутима, потому что мы с мужем имеем не такие большие зарплаты, и нам это помощь государства, вот эти все социальные выплаты, нам большая поддержка, в том числе и, конечно, по коммунальным платежам, потому что все-таки они занимают тоже немалую часть наших расходов. Да, действительно, для того, чтобы получить компенсацию по этой услуге, нужно ее, во-первых, оплатить, затем региональный оператор передает нам сведения, и мы выплачиваем компенсацию. Это федеральное законодательство с января 2019 года. Данная услуга вышла из разряда платы за содержание жилья и перешла в разряд коммунальных услуг. И как только это произошло, в Самарской области появился региональный оператор, и мы стали предоставлять компенсацию. Дополнительно на льготу могут рассчитывать одинокие пенсионеры, которые являются единственными собственниками жилья и не имеют других льгот. Дети, оставшиеся без попечения родителей, и сироты в возрасте от 18 до 23 лет. Понижающий коэффициент для этой категории составляет 0,7, то есть после оплаты услуги они имеют право на возврат 30% от суммы в квитанции. Необходимо лишь предоставить пакет документов. В пакет документов входит документ о собственности. Если это одиноко проживающий пенсионер, должна быть справка из органов о том, что он является единственным зарегистрированным. Далее это нужна справка из соцзащиты, которая доказывает, что не предоставляются какие-либо иные льготы, ну и паспорт заявителя. Льгота имеет заявительный характер. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в Центр обслуживания населения рекоператора. Сегодня компенсацию уже получают порядка 2000 человек. Такую форму социальной поддержки планируют продолжить как минимум до конца 2020 года. Ужасный запах, разводы на потолке и стенах. С такими условиями вынуждены мириться жители дома номер 69А по улице Партизанской. Никто им не помогает. Хотя бы с помощью огласки местные жители надеются, что дело сдвинется с мертвой точки. Об очередной коммунальной беде в жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». С ужасным запахом в квартире жить очень трудно. Если летом можно было открыть окно, проветрить, то в холода сделать это сложнее. А хочется свежего воздуха, жалуется Виктор Вершинников. Виною всему пришедшая в негодность кровля, рассказывает нам он. Протекает, по его словам, до четвертого этажа. Вода течет прямо с этого вдоль балкона, сверху, и вон стена, и идет на третий этаж. Скажи, что... Все, стена мокрая, а ее обои... отлепились, вот, и не знаю, к кому обращаться, очень трудно было мне. Местные жители рассказали нам, что обращались уже во все возможные инстанции. Увы, но результата нет по-прежнему, а впереди холода. Когда они ломом ломали эту крышу, делали так, я еще сразу сказал, вы портите крышу. И так и стало. И это... В апреле, в мае звонил я им, они все ссылались на Москву, что Москва отпустит нам деньги, мы будем ремонтировать. Вот. Потом все это пропало, появился, как эта контора называется? Жилищно-коммунальная система. Да, жилищно-коммунальная вот эта система, да. Вот. Здесь... Несколько раз приходили, правда, заказывал я, поэтому приходили,
три раза приходили. Первый раз пришли слесаря с этими, с ключами. Так, они посмотрели и говорят, это не наше дело, эта стена не наша забота. Второй раз так же. Третий раз приходили, сфотографировали. Такая же проблема сразу в нескольких квартирах дома номер 169А по улице Партизанской в Самаре. Во время зимних чисток крыши варварски чистят эти крыши. У нас крыши плоские. Долбят этими ломами, они пробивают то, что до этого люди другие отремонтировали. На наши замечания эти чистильщики не реагируют. И как по асфальту долбят этими ломами. Люди искренне надеются, что на их проблему обратят внимание и помогут им ее решить. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. В Самаре с 28 октября закроются 9 пристаней, работающих во время навигации 2019. Зольная, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, причал номер 2, Нижний пляж, Шелехметь, Винновка, Монастырь. Еще 5 пристаней завершат работу 3 ноября. Пляж имени Фрунзе, Осипенко, Зеленая роща, Средний пляж, Винновка. К 11 ноября завершится навигация в Ширяевой на поляну имени Фрунзе. 25 ноября причал номер 1, Проран, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. Сбили на пешеходном переходе. Трагедия произошла около Нижней Алексеевки в Кинельском районе. 33-летняя автоледи за рулем Hyundai Solaris в 6:20 утра сбила 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Самолет из Турции совершил вынужденную посадку в Самаре. В прокуратуре выяснили, почему так произошло. Пассажирам рейса Анталья-Оренбург пришлось провести ночь в областной столице. В Оренбурге были плохие метеоусловия, поэтому экипаж воздушного судна принял решение посадить самолет в Самаре. Воздушное судно приземлилось в 23:30. На борту были 215 человек. В аэропорту Курумыщи им предоставили прохладительные напитки и горячее питание. 93 человека разместили в гостинице. Остальные решили самостоятельно добраться до Оренбурга. Самолет же вылетел в пункт назначения в 11:00. Мастер-класс от маэстро. Заслуженный артист России Владимир Гальченко в образовательном центре «Южный город» встретился с юными журналистами. В ходе разговора за круглым столом речь зашла о спектаклях, фестивале «Театральное Приволжье». Обо всем по порядку в нашем материале. В неформальной обстановке за круглым столом. Разговор на одном языке – театральном. На экранах самые яркие моменты спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье». Журналисты, хоть и молодые, однако мудро рассуждают о представленных постановках. Я выбрал сам свой спектакль, это Тимур и его команда, так как несколько раз я перечитывал это произведение, и я его очень хорошо знаю. И этот спектакль еще преобразился благодаря тому, что актеры были подобраны великолепно. Юные журналисты поделились впечатлениями и сделали выводы по каждому спектаклю. Гостем встречи стал заслуженный артист России Владимир Гальченко. Мне кажется, самое большое достоинство вот этого фестиваля – момент, не полностью, это только момент самовыявления. Мне очень приятно, что ребята тоже на эту тему задумывались. Потому что быть журналистом и не чувствовать время, и не чувствовать, что хочет, о чем хочет поразмышлять человек, наверное, невозможно. Напомню, в марте этого года в ПФО стартовал один из самых масштабных фестивалей среди молодых театралов – «Театральное Приволжье». В конкурсной программе приняло участие более 1000 школьных и 130 студенческих коллективов. Кто станет победителем, станет ясно в результате зрительского голосования. Оно уже проходит на сайте фестиваля. Там же можно посмотреть все конкурсные работы. Отправились покорять сердца столичного зрителя юные актеры эстрадной студии «Дорога добра». Поехали представлять нашу область на международном фестивале детского и юношеского творчества «Роза ветров» в Москве. Они представят там мистический мюзикл «Тайны серого замка» и «Каникулы с привидениями». С каким настроением самарские ребята отправились в поездку, узнали наши корреспонденты. Первый мюзикл под маркой «Сделано в Самаре». Юные артисты эстрадной студии «Дорога добра» повезут на московскую сцену. Смелый эксперимент с участием самарских композиторов. Это мистическая история под названием «Тайны серого замка» и «Каникулы с привидениями». Жути на зрителя нагонять не будут. Напротив, история добрая. Мюзикл – это вообще очень интересный жанр. Он же очень динамичный. Там 80% музыкального материала. Дети поют, танцуют, там кувыркаются, делают какие-то трюки. И все это при этом нужно еще жить и существовать в этих обстоятельствах. Ну и, конечно, мистика. Но только это не ужастики. Это мистика, которая приводит потом
к состраданию. Мы учим, что нужно сострадать. И у нас лозунг этого спектакля – «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». И именно этой истиной мы и движемся. Именно ее мы хотели открыть в нашем спектакле. Юные актеры со своим мюзиклом уже стали призерами фестиваля «Театральное Приволжье». Кстати, все желающие могут посмотреть спектакли финалистов на одноименном сайте, а также и проголосовать за любой понравившийся, кроме спектаклей нашего региона. Фестиваль проведен в этом году в рамках Года театра, объявленного указом президента России Владимира Путина. Теперь самарские «Призраки и привидения» будут покорять столичного зрителя в финале 25-го международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров». Постановка отработана, а вдохновение юным артистам не занимать. Я занимаюсь в эстрадной студии «Дорога добра», потому что мне это очень нравится. Я хоть как-то отдыхаю от школы, от всей дневной суеты, потому что мне нравится стоять на сцене. Когда я выступаю, я чувствую себя раскрепощенной, я смотрю, как смотрят на меня зрители. Я радуюсь, у меня сразу на душе тепло становится и сердце бьется. Мне это очень нравится. Остается только пожелать удачи самарским юным артистам, а также достойных соперников. Но нужно, чтобы огонь нас не угас. Максим Остриков, Ирина Игнатьева, СТВ. Крылья Советов завершили подготовку к игре с «Зенитом». Напомню, после победного матча в Оренбурге наша команда получила 2 выходных дня. В основную группу после простуды вернулся форвард Дейн Радонич. Это будет настоящее испытание для наших парней. Встреча с одним из грандов отечественного футбола. Однако подопечный Миодрага Божевича обещает приложить максимум усилий для победы над именитым соперником. На данный момент «Зенит» один из лидеров турнирной таблицы российской премьер-лиги. В активе 29 очков. Дела у «Волжана» обстоят хуже, хотя относительно. Ведь самарцы вплотную приблизились к пятерке лидеров. В активе 17 очков. Матч 14-го тура «Крылья Советов Зенит» состоится в воскресенье на Самара-арене. Начало в 15:00. Пятница. Самое время задуматься, как провести эти выходные, чтобы не ломать голову. Специально для вас культурная программа, полная интересных событий. В нашей рубрике «Афиша». Слово нашему корреспонденту Екатерине Алексеевой. Очередная рабочая неделя позади, вечер пятницы. Специально для тех, кто не привык свое время проводить лежа у телевизора на диване, мы подготовили подборку самых ярких событий Самары на ближайшие пару дней. Субботним утром всех любителей спорта ждут в парке Гагарина. Там пройдет очередной забег «Паркран», уже 87-й по счету. «Паркран» – это международная серия бесплатных еженедельных забегов на 5 километров. Он проводится в 19 странах мира, включая Россию. На этот раз состязания посвятили предстоящему Хэллоуину. Так что бегунов ждут в образе. Для участия необходима предварительная регистрация. Также утром в субботу самых юных жителей Самары приглашают посетить спектакль-мюзикл «Волшебник изумрудного города». Театральную постановку привезли артисты Московского театра Натальи Сац. В спектакле, как и в книге, главные герои – маленькая Дороти и ее друзья – собачка Татошка, железный дровосек и соломенное чучело. Их ждет яркое путешествие, полное сюрпризов. В воскресенье всех любителей чтения приглашают принять участие в книжном свопе. Это вечеринка, где можно отдать ненужные вещи и найти при этом нужные. Речь идет в первую очередь о книжных изданиях. Встреча подойдет для тех, кто давно мечтает расхламиться без вреда для планеты и поделиться прочитанными произведениями с другими. А вечером в воскресенье ценители хорового пения ждут на закрытии международного фестиваля искусств «Самарская осень-2019». На сцене филармонии выступит всемирно известный коллектив «Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова». Выступления коллектива покорили слушателей всего мира. Начало в 18:30. Теперь вы знаете, как провести свои выходные ярко, культурно, а главное и интересно. Хорошего вам отдыха! Самарскую область накроют дожди и туманы. Температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла. В первый выходной день в Самарской области днем обещают теплую погоду. В воскресенье днем температура не изменится и будет составлять плюс 10, плюс 15 градусов. Возможны дожди. Ночью на территории региона ожидается плюс 4, плюс 9 градусов. Осадков в ближайшее время не прогнозируется, сообщают синоптики.
У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях, на сайте и на канале СК24 ежедневно. В 20:30 телеканал СК24, теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.